Краснодар, Иваново, Екатеринбург и Нижний Новгород. Художники Валерий, Юлия Казас, Кирилл Пискунов, Сергей Потеряев и Евгений Стрелков были отобраны по итогам самого масштабного в истории фестиваля открытого конкурса. Из победителей куратором Алисы Савицкой была сформирована команда, которая создала новые произведения искусства специально для Иваново. Алиса Савицкая искала созвучных проекту авторов. Здесь я думала о том, что может быть полезно городу, потому что были какие-то интересные проекты, но они совершенно не ложились на местную специфику, на местную ситуацию. Более того, я их легко представляла с точки зрения реализации в любой, не знаю, небольшой московской галерее. Хотелось все-таки взять те проекты, которые могут откликнуться на местную ситуацию, либо, как, например, в случае с Евгением Стрелком, чему-то научить местного зрителя. Куратор видит в этом проекте несколько важных и полезных опций для зрителя. Здесь собраны 4, казалось бы, всем знакомые средства современного искусства – коллаж, скульптура, фотографии, книжная графика, которые по-иному предстают перед зрителем. Спросите любого горожанина, он, конечно, скажет, что он об этом что-то знает и все это умеет. Но чем ценна эта выставка, что здесь мы видим эти, казалось бы, как будто бы нам знакомые формы искусства в совершенно других интерпретациях. Что фотография может принимать абсолютно другие формы, что она может переходить в видео, она может зависеть от звука, что скульптура может быть абстрактной, что она может быть сделана из какого-то непривычного материала, что коллаж – это не просто склеенный там между собой листочки. По словам Алисы Савицкой, эта выставка – возможность для горожан под другим углом, по-другому посмотреть на Иваново, интеллектуально препарировать и придумывать, как еще можно взаимодействовать с городской средой. Яна Ведерникова, Иван Сахаров, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».